Так, кого бы еще удивить? В аэропорту не сработала электроника? Ну, это бывает. Двери не открылись. Вас это не удивило? Нет. А, мадемуазель Мартен. Она приводила меня в чувство, когда меня ударило током. Вас ударило током? Да, в конторе. Когда я включил кофеварку. И соковыжималка била. Жму сок, бьет ток. Сок, ток. Вот так. Схожу, вымою руки. Старуха в туалете. Даю ей франк, не берет. Давай ей песо. Но я объясняю, что франк дороже песо, не понимает. Для нее все, что не песо, ну, все, что не песо, то не деньги. Могу я взять соломку, сеньор? Разумеется. Короче говоря, взяла франк. Ну, какой цирк? Песо. А что вы на меня так смотрите? Да нет, ничего. Чуть пересолено.